вообще начала она в этом сезоне намного ярче, чем Тамара Ерофеева. На многих стартах она обгоняла свою землячку. Но вот сейчас в большинстве случаев Тамара Аню обгоняет. А вот это вот новое имя, китайская гимнастка Линг Чонг, которая, в общем-то, сумела удивить здесь и зрителей, и судей. В принципе, в гимнастике, знаете, какие равновесия у нее с перегибом. В гимнастике сейчас очень сложно удивить специалистов, когда есть такие замечательные спортсменки, как Ален Кабаева, Ирина Чащина и так далее. А вот это просто китайский цирк такой в художественно-гимнастических рамках. Вот это надбавка за оригинальность, это ее фирменный элемент. Вы видели, да? Вроде бы нет особых данных, нет какой-то даже эмоциональности, может быть, зажигающей. До чемпионата мира несколько дней совещались в международном комитете, в международном техническом комитете ФИШ, обсуждали новые проекты.